Областной семинар об организации сбора, сортировки, учета и переработки вторичных материальных ресурсов состоялся на базе Солигорска. Выбор места не случайен. На Солигорщине проведена большая работа по повышению эффективности заготовок вторичных ресурсов. Так, в 2019 году на полигоне твердых коммунальных отходов установили новую сортировочную линию. Здесь отходы, которые собирают мусоровозы в жилом секторе, подвергаются дополнительной сортировке. Также ведется работа по созданию межрегиональных территориальных схем по обращению с отходами. Об этом на семинаре заявил глава района Андрей Жайлович. На этом семинаре присутствуют все директора Минской области, также присутствует Главное управление Минской области и представители разных организаций, которые будут предоставлять свою продукцию, как можно перерабатывать вторичное сырье и развивать это направление. Данный семинар преследует цель поделиться опытом и перенять опыт других районов в этом направлении. Солигорский район выбран, так как мы во многом продвинулись, у нас есть две линии сортировки, у нас меняется контейнерный парк, и сейчас мы идем, налаживаем процесс в частном секторе раздачи контейнеров по 120 литров, раздельный сбор. В рамках семинара отдельное внимание уделили и методу заглубления контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Предприятие «Экокомплекс» первым в Минской области начало использовать заглубленные контейнеры. Их с 2016 года установлено 72. В этом году запланировано установить еще 30. Один контейнер объемом 5 метров кубических может замещать 6-7 контейнеров стандартных, но 75 метров кубических. То есть мы выигрываем площади по размещению площадки. Это с учетом того, что для населенных пунктов, у которых плотная жилая застройка. Также дальние контейнера, размещение его, получается, 2/3 контейнера находится под землей. То есть зимой мусор не промерзает, летом присутствует постоянная температура и не дает интенсивному процессу гниения. Также за счет того, что крышка плотно прилегает, не дает попадания атмосферных осадков, а также птиц, животных. Мусор, то есть, при большом ветре не разлетается. Ну, чистота, порядок. Завершился семинар совещанием, на котором поднимались проблемные темы, задавались практические вопросы о работе со вторичными материальными ресурсами и твердыми коммунальными отходами. Развернутые ответы на вопросы давали специалисты Солигорского района.